во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, благослови нас на сие занятия. Даруй мудрости познать Слово Твое Святое и быть не только слушателями Его, но и исполнителями. Ибо блаженны слышащие и исполняющие Слово Твое. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой. Аминь. Евангелие от Матфея, 14 глава, остановились мы. На колокольнике можно садиться. На 5 стихе. После больших комментариев, где речь шла о видении патриарху Алексию II, продолжаем евангельское чтение и толкование блаженных Эфилактов. Итак, Матфея 14:5-8. «И хотел убить его», то есть речь о Ироде, Иоанне Предтече, «но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Толкование. «Смотри, какое бесстыдство! Пляшет черед царя», восклицательный знак стоит, «и чем искуснее пляшет, тем хуже. Да, стыдно царевне делать что-либо непристойно и еще злою хитростью. Смотри также, какое безрассудство и у Ирода. Он поклялся дать плясавшей все, чего бы не попросила. Но дал ли бы ты ей безумный, если бы она попросила у тебя твоей головы? Для чего присовокупилась здесь? Опасалась эта злая львица, чтобы Ирод, впоследствии одумавшись, не отказался дать ей главу Иоаннову. Посему торопит Ирода, говоря: дай мне здесь же, то есть теперь же повели принести ее ко мне». Ну, то есть немедленно, чтобы не медлить с этим делом, чтобы голос пророческий уничтожить. Все толкование. Вот к этому толкованию добавить, приближенно к нашим временам. Вот сегодня мы слышали слова Иоанна Златоуста. А что особенного? На то и особенное, что он увидел то, чего другие не видели. Самая большая печаль, что на земле смерть. А он говорит, это большая победа наша, что у нас смерть. Это радость. Ну представьте, наша бабушка живет, это все еще в нее. Мама лежит неподвижная, прабабушка, прапрапрабушка, и еще житья-то никакого нету. Сгнило бы все. Смерть уходит, и со смертью заканчивается здесь страдание, и открывается Царство Небесное. Потоп страшен, зато он говорит, это самая легкая смерть. Я действительно поперхнулся и пошел. А самая трудная смерть от голода. И вот когда ты узнаешь это, ты будешь каждую крошку беречь, и детей этого, и внуков научишь. То есть надо научиться мыслить категориями Священного Писания, которые истолковали святые отцы. Ну, допустим, знали пророков. Но нам теперь удивительно, вот представьте, мы знаем, какой гениальный был Пушкин. Но несмотря ни на что, он был скандалист. Скандалист и юбошник. Статья 113 «Любовниц с Пушкиным». Я только кухарку не пропускал мимо. И все это мало того товарища писал. У него столько похабщины, у него нового поэта столько нет. И недавно со студентами стали говорить, и в газете все это напечатано. Но говорит, неужели есть такое? Меня, говорит, в архив запустили, в архивах-то там больше есть. Я удивился, как хорошо, что вовремя его убили. Там такая пакость, столько он мерзости писал на Богородицу. А это все отшифровали, как будто не было никогда. Но у него была христианская кончина. Он и спросил прощения у царя. Это не Лермонтов, пуля в локу не моргнул. Он лежал почти целых два дня. Вот этот известный составитель словаря Даль Владимир Иванович, это врач, лечащий его был, врач, который лечил. Он уже упал, уже раненый смертельно, еще выстрелил и только спросил, а я попал в него. Это седьмая дуэль была его. За самое малое вызывал людей на смерть.
И как у Бога все высчитано. 37 лет он ушел. Но мы-то знаем его гениальности. Он еще не вышел на полную мощность. Последние годы, где-то года два, у него Евангелие со стола не сходило. Сколько бы мог он еще что-то приоткрыть? Возьмите один Борис Годунов сегодня, он как будто сегодня это написано. И неужели не нашлось ни одного человека тогда, секунданты, дантесы, данзасы, чтобы вышли с собой, закрыли его, сохранили? Почему в опалу за Достоевского никто не пошел? Ну, были бы мы в то время, мы бы уж... А Господь про это сказал. Вы говорите, были бы мы в то время пророком. А Златоуст говорит, а теперь гоните господина пророков. Убиваете господина, который посылал пророков. И поэтому нужно оценить то, что у нас есть. У нас у каждого своя жизнь и свой талант. Но оцени его, пока он здесь есть. Вот в интернете пишут. Один, а вы не знаете, как Лапкина найти? Он говорит, а что искать-то? Он умер уже. Ну надо же, я столько лет собирался с ним лично встретиться и не собрался, как я жалею. А другой говорит, да живой, живее всех живых. Ой, говорит, ну тогда еще успею, ладно. Ну вот это у людей так. А я бы был в то время, я бы оценил. А ты оцени сегодня. Кто Яна Шанхайского оценил? Кто Яна Кронштадтского? Какие козни строили мы, священники? Это не просто так. И если так разобраться, так почти все, почему Стефана побивает камнями, он к ним простирает голос и говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? И они убили предвозвестивших пришествие Христа, которые говорили, и его господина пророков убили, а вы, я бы был тогда, я бы уж так не сделал. Не сделал. Это каждому поколению Бог представляет возможность проявить себя, на что ты способен. Какой твой статус? За кого ты поднимешь голос? Вот у нас во вторник комиссия, непростая комиссия, по прямому указанию президента Российской Федерации. В Алтае возобновили, я вот уже посылаю, его представитель. В каждом регионе, в каждом крае его представитель. Это очень сильный ход. Он все знает, но это установили еще раньше. Ну и как? Ну подожди, вот комиссия придет. Комиссия приехала. И написано, наконец-то Лапкина прихлопнули, статья. Прихлопнули. Люди радуются, а другие говорят, чему радуетесь в газете? На один детский лагерь, в котором такой устав был, легче станет вам. В России около 3 миллионов беспризорных детей сегодня. Это вы радуетесь этому? И маленько притихли. Я показываю, это газеты этим приехали. Напечатано все это дело. Когда обратился за защитой. Почему никто не встал на защиту, а встал? Те годы Господь прикрывал меня через прокурора края, Парускуна Юрия Федоровича. Комиссия за комиссией. А он живой? Он живой, но его убрали. 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 Он только что получил награду у Путина, прям фотография, Путин его вручает награду. И в это время, по его указанию, был обыск в банке одном делать, Центробанк Барнаула. На улице Молодежной. Агаров или Адаров, что-то такое вот есть. Обыски. Будто бы подтвердилось все. Но сумели сделать так, а он в это время арестовали, и он там умер. И теперь самые сильные адвокаты, одна из них, их два, два адвоката таких, одна из них, Валентина Васильевна, она у меня была адвокатом. Вот этот процесс раздвинулся, тогда еще Себастьян студентом был. Вот, она помогла это сделать, в моем деле. И там она была на стороне погибшего. Там еще один был, их назвали как элита юриспруденции Алтайского края, аж могу не назвать. Все было брошено на это. И его заменили другим. Он куда-то пошел, какой-то... Себастьян бы рассказал, он и под его руководством работал. К нему нельзя было... Ну, такая величина там попасть. Я выхожу, мужчина один, я второй год хожу, по секретарям толкают никак, а я от него, я говорю, я в любой день могу приходить. В любой день. Так они секретари, которые там принимают подполковник, говорят, вы почаще приходите. Когда мы приходим, я прихожу, мы целый день отдыхаем, он спокойный такой, тихий делается. И приезжали от него какие люди, другие, и все это снимали. Вот эти комиссии, что землю получили, это все он. Комиссию за комиссией разнаряжал. Юрий звать, помолите за него.
Сейчас никого у меня нету, никого. Нигде. Он пишет оттуда местному прокурору Сухову помочь православному лагерю. Он привозит крупы, продукты, прокурор района и сам мешки мне таскал. Я говорю, я не могу после операции. Да ничего, я унесу. Ну в какой лагерь прокурор приезжал бы? Приехал от него полковник. Мы его не запустили в ограду. Я когда приехал, я говорю, Юрий Федорович, наверное, недовольный. Он говорит, что ты? Приехал и говорит, там такая строгая дисциплина. Ни одного слова плохого не сказал. 15 комиссий в один год было, краевые. Задушили было. Все было снято. Может, Бог даст еще какую-нибудь серафиму защитить нас. Пошел. С 9 стиха по 12. Я печалился, царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Толкование. Ирод опечалился по причине добродетели Иоанновой, ибо и враг обыкновенно чтит добродетель. Впрочем, ради клятвы дает бесчеловечный дар на погибель себе и приявшей его. Познаем отсюда, что иногда лучше нарушить клятву, нежели ради клятвы сделать какое-либо нечестие. Тело крестителя погребено было в Севастии Кесарийской, а честная его глава первоначально положена была в Эмесе. О чем возвестили Иисусу? Не о смерти Иоанновой, а о том, что Ирод его самого принимает за Иоанна. Об Иоанне же и без того давно было известно. Ну про это что знаете? Поднимайте руку и скажите, хочу сказать. Нас молчите, приходится говорить. Вон, Сергей. Ну, немножко выше голос. Насколько на сегодняшний день опасны танцы? А танцы, как люди вещи, то дети хотят заниматься танцами. Как их? Надо их удерживать или не надо? А чего? А танцы? А танцы? А танцы? Всегда ли они будут тут? Ну, я спрошу другой вопрос. День рождения надо справлять? Это все связано. Ян Златоуст говорит, день рождения закончился гибелью пророка. И то блюдо, на котором только что приносили мясо жареное, лежит окровавленная голова пророка. Дни рождения никогда не справляет. Единственное, что ты можешь сделать, это канон ангела-хранителя причаститься. Тебе подарки хочешь сделать, я деревенским скажу, мне подарок сделайте хоть один раз. Какой? Хорошую косу от битвы сделайте, чтобы она шерешо держался, косить траву. В лагерь подарите его Володе. Как сделать? Ну купить надо. Да. Ну купить даже. Ну купите, сделайте, мы заплатим даже. Купи. Хорошую косу, мы так мучаемся, где косить чего, хоть ножом брешь. Так у нас же есть, Игнатий Иванович. Есть. Зачем ты вылазишь? У вас на него нет. Так вот, это относится к танцам. Голова пророка и танцы. Вот этот фильм надо бы вам хоть раз посмотреть, как она танцует. Американский фильм. Ну поднимите руку, кто это видел? Ну, многие видели. Соломея. Там невозможно, чтобы не полюбить. Там было из-за чего Ироду, как он смотрит, какие глаза у него. И она постепенно сбрасывает, на ней 10 одежек, прозрачные, одна за другой, наконец, только-только-только где-то. И она извивается, ползет. Это означает угодить ему, это означает быть под ним. Тут другой смысл заложен, а мы даже не знаем. Вот я спрашиваю, ты читал, когда Илиазар посылает Авраама и говорит, поклянись мне, что, ну, сына, невесту-то достанешь. А как клясться? Положи руку под стегно. Я спрашиваю, что такое стегно? Ну, говорит, фуфайка стеженая, ну еще лучше. Да их и не было фуфайки. Ну, вот так вот. Ну, вот. Куда? Ну, вот. Так, а зачем? Ну, так было принято. Принято. А почему так принято-то? Вот стегно отец наш знал. Он говорил это слово. Это означает, положи руку под мошонку мне, поклянись моим потомством. Вот куда дело-то заходит.
Ты когда до конца-то дойдешь и скажешь, какой был народ умный, как они понимали. Я тебе не такой, но мой сын, да твой же хозяин будет, ты же араб. И поэтому ты для него стараешься, не только для меня, а для потомства. И Анафан уже уходит на фронт. И Давиду говорит, поклянись мне, что сохранится мое потомство на земле. И теперь он о нем заботится, Мефивосфея этого хромоногого сохраняет Давид. Они все время думали о наследстве. А сейчас нуждаю об этом, как будто при жизни бросил и пошел другой. Кому звоню, говорит, надо же, говорит, меня, говорит, оставил с двумя, говорит, а женился у ней трое. Маленько проходит время, я говорю, ну как он там живет? Да никак, говорит, инсульт разбил его. А человек хороший, я его знал просто. Куда ни позвоню, все разведены. А тогда было не так, этого они не знали. Интересно, какие податливые были. Встречает его Сара и говорит, а сегодня иди ночевать в шатер к Агаре. Авраам, праведник, развернул оглобли и пошел. Да чего ради ходил? Даже слова нет одного. Ну, подкаблучник был. По тем временам он так это увидел. А теперь там остается Сара, изгони ее же сына, ей там никто, родила на колени. И вдруг голос Божий, сделай то, что говорит Сара. Он не просто делал по повелению Божию. Вот сколько тайн сокрыто, так и здесь. Она танцует. Ну и что? А вывод-то какой? Сегодня тоже можно что-то сделать, покрутить и получить. Не должно этого быть. Ну а как себя вести? Вот я на Москомынске, отец мировой педагогики, мировой педагогики. И он пишет, за столом веди себя, как в алтаре. Ничего себе. Там престол. Вот такое благоговение, ни смеха, ни кощуна. Ни смеха, ни кощуна. Нифон. Ему открыто было святой Нифон. Он идет, обедает. И вот видит, сидят нищие, оборванцы, а какие-то юноши светлые прислушивают, блюда дают. Он до того удивился, говорит, наоборот надо, чтобы богатому бедный прислушивал. Это, говорит, ангелы, не люди. А почему едят благоговение и благодарят Бога за окрошку, за укроп, за все, что на столе у него есть. Не смехай. А когда кощуны творят, дьявол всевает болезнь, и человек болезнь не глотает. Ну что это, по Иванову Порфирию? Ну это твои слова. А это слова Нифонта. Он испытал многое, согрешал, а дальше приходит, а друг говорит, Нифонт, а что с тобой, ну что? Ты как эфиоп черный весь. Неужели на лице отразилось? Вот что означает блуд. И все, утром встал, веры нету. А ты еще молишься, друг? Да к Богу никакого нет. Веру отнял Бог, встал. Атеист готовый, но решил, у него страх был Божий, и он решил молиться. Бог, молись Богу, которого нет. Молится день, два, три, год, второй. И Бог, видя этот подвиг, просыпается утром, у него горячая искренняя вера. Он всех начал трясти. О чем вы сидите? Да идите другим проповедуйте, Евангелие несите. Сколько можно сидеть? Люди погибают. Вера у нас горела с огнем пламенем. И вот он видел, как прислуживают ангелы людям, которые едят благоговение. Благоговейное и молчание. Ты один раз услышал? Прими это. И введи у себя в семье. И научи потомков своим. И все награда тебе будет, потому что от тебя это пошло. Иоанн Златоуст. И вот что бы ты ни прочитал, в Писании нет ни одного места, которое меня бы не касалось. Вот когда оно так тебе это открыто, тогда оно легко запоминается. А почему? Оно ко мне. Ну, если никто не слышал про одного отъявленного бандита, преступника, убийца Маквой, что с ним было? Наконец его поймали, заковали в цепи в одиночной камере. К нему ни один стражник не может войти. Там страшные силы богатырь. И однажды вдруг дверь его открывается и входит женщина. Молодая женщина. Поздоровалась. Здравствуй, Маквой. А я знаю, кто вы. И кто же я? Дочь губернатора. Вы пришли с Евангелием мне проповедовать о Христе. Я не верю в это. Вы все врете. И Библия ваша обманывает вас. Она говорит, мы давно уже разговариваем. А почему ты не приглашаешь меня сесть? Она говорит, еще ни один человек не решился рядом со мной сесть. И загремел цепями на руках. Одним ударом о мозги по стенке. Но если ты разрешишь, я сяду. Она села, он подвинулся. Вот скажите, вы врете жить христиане?
А где? Вы говорите, в Библии все направлено каждому человеку. Конечно. А ты доказать мне это можешь? Открывай в любом месте Библию. Он берет, вдруг руки задрожали. Открыл. Первый человек. Ну, подпиши. Вначале. И дальше начинается. Сотворил Бог небо и землю. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет. Все. Докажи, что это мне написано. И она говорит, Макой, ты только сейчас смотрел через решетку окна и меня видел, как я иду по тюремному двору. И ты видел маленький уголок зеленой травы. Ну да. Да земля это не только та земля, которую ты уголок видел, это сердце человека. Вышел сеять, но и упала. И она ему объясняет, и твое сердце покрыто мраком. И Дух Божий над ним носится. Он зовет тебя к покаянию. Та жизнь, в которой ты жил, это жизнь тьмы, жизнь мрака. Она еще не окончила говорить, внимательно, Сережа. Он, говорит, двумя цепями встал на колени. Прошел еще год, его расковали, из тюрьмы его не выпустили. Он ходил из камеры в камеру и всем рассказывал о Боге, о Христе. Что значит дать Писание и доказать? Каждая строчка Писания. И вы в это верите, меня спросите? Мне это дано. Я не нашел ни одной строчки в Писании, которая не была бы ко мне направлена. Не из-за памяти я это помню, а из-за того, что все ко мне. Это мое письмо. Я его пересчитываю, нахожу новое. Вот вчера Елена дала мне какие требования к лагерю. Я его вечером прочитал сегодня утром и вижу, а денег ничего нету. И поэтому я их показывать ему покажу и уведу. То есть я разрабатываю целый план. Будет предложено 5 мест, куда увезти детей, но чтобы я не знал, чтобы я мог смело сказать, я не знаю. Но останутся только дети, Галина загуляет, потому что мать здесь. А дети при мне. Я уже обдумал это дело. 5 раз ударят в колокол, 5 это означает тревога, опасность. Пожар там, напали коммунисты, фашисты, кто там, неизвестно. И дети выходят, у меня груда лежит палок, каждый берет палку, и все куда-то уходят. Будет назначен человек. А куда, мне никто не скажет. А они меня обязательно будут спрашивать. Что это такое? Разобрали палки, вдруг... Все уже приготовлено. То есть будет интересная инсценировка спасения. Они о безопасности говорят, вот это безопасность. А будут наставить объяснить, я объясню. Галя, мать может разрешить разговаривать с детьми. Но, если это я утвержу здесь, дома она может. Здесь в лагере, без моего разрешения дети не могут говорить. Они еще не знают, куда попали. Вы видели это? Дуэль музыкантов, дуэль пианистов, как играют. И который победитель этому говорит, ты сам нарвался, козел. Я в конце могу про себя подумать это. Вы хотели узнать про лагерь, вы узнаете. Это 40, не 43 дня, а 44-й, 45-й год. И ни одного повреждения. Ни одного отравления. И ни одного рубля государственного. Я разговаривал с начальством, прокурор края. Я говорю, скажите, Юрий Федорович, вот сейчас вас вызвали, сказали, ты прокурор города. И ни рубля не дали, здания не дали, погонов не дали, ручки нету, ни одного у тебя помощника нету, ни машины, ничего нету. Ты прокурор города, делай, ни телефона. Ты что будешь делать? Я, так а что я сделаю тогда? То-то и оно. А я-то в степи, у меня ничего нету, я должен образовать лагерь, построить, набрать детей, дать рекламу, каждый год ухаживать, постели, накормить, было интересно, сохранность. Ты вдумайся в это. Люди, которые понимают, это невозможно. Ты ребенку своему ума не дашь. Еще он уже где-то в другом месте. Что он говорит? Степа, сегодня, я понял. Я неправильно делал. Накажите меня крапивой. Вот это я люблю мужественного человека. Понятно, у него было, он обозвал двоих человек. Ну, я домой сводил, рассказал ему, там, что нельзя так. Лекарства применили. И он, наш, он говорит, от меня прятал, он, да не знает, на проходу за руку хватает. Это мне, в него заложили это. И он понимает несправедливо, перед кого обидел, поклонился до земли. Попросил прощения. Это идет работа. Я только одно жалею, что поздновато послали его. Другие бы, да на нашим сыном там такое нет. А родители он обоих посылает, иди. И с каждым днем у него все лучше и лучше. Это работа. Тебе некогда, а мы-то... Воспитатели, видишь, сколько? Вон 5 воспитателей, 6 старший, я 7. Это коллектив. Работает. Когда разборки были, когда разбирали его, я потом обняла и говорю, Степ, тебе
тебе до конца сезона тут быть, не уйдешь ты из лагеря. Да я уже понял. А ты сегодня подошел, как я это понял, дескать. Ну, считай дальше, это как интересно. Вот тебе непонятно какое-то местописание, ты его обрати к себе. Именно ты главный герой там. И ты увидишь, как начнет дверь приоткрываться, и свет появится там. А это я. На дуэль вышел я. А что сделать уже было Пушкину, если бы крепкая вера была? А то, что написано в «Братьях Карамазовых», он рассказывает. Он уверовал. Страшно впасть в руки Бога живого, он главную цель. Я, говорит, поверил в это. И когда вышел на дуэль, говорит, я сказал, стреляй. Тот промахнулся, теперь его очередь. Он взял пистолет и забросил. Мы братья все. Ну, она невеста одному отказала, там один о себе рассказывает. И он еще не придумал. Залез через камин в трубу, забрал ее все, убил ее, забрал все вещи, ушел. Его так и не нашли. Он сделался богатый человек, у него своя семья. И однажды, слышав проповедь этого человека, он решил. Ушел, походил, пришел и говорит. Вы знаете, такое убийство было страшное. Так это я. Завтра я, говорит, пир устраиваю губернатора, начальника милиции, полиции вызываю и открою, что это именно я убил. И вышел. Я, говорит, стал молиться. Он когда вышел, ему бесный говорит, ты что делаешь? Никто не знает, кроме кому ты рассказал. Вернись, убей его. И он вернулся, чтобы убить его. Вернулся, а тот такими глазами посмотрел на него. А что ты вернулся? И он не может, и стоял. Ладно. Вышел, а потом сознается. Я пришел второй раз ради тебе. Убить тебя хотел. У меня все налажено. Я богатый человек. У меня такая семья, любящая жена. И вдруг все это разрушит. Но у него такие были сильные переживания. Он вскоре заболел и умер. Этот преступник. Это Достоевский мог только так описать. Это в жизни каждого человека. Примени к себе, что считаешь. Писание написано ко мне. Почему оно живо? И действенно, до разделения души и тела, составов и мозгов. У тебя все будет трепетать от него. Вот тогда это заговорит голова Иоанна Крестителя. А это выявлено было тогда еще. А с головой что было? Тело похоронили, про тело неизвестно. А теперь у султана хранится, ключица Иоанна Крестителя. Откуда он ее взял? А голову эту несколько раз они переносили, монахи. Я подослали из другого монастыря нам бы такую-то святыню. И когда заговорили, он как рванул, а бегал, наверное, быстро, ну, не тише, чем у нас Никита бегает. Ну, и во все лопатки, они за ним монахи не догнали. И голова оказалась в другом месте, перенесение мощей. День памяти. Жития святых все это описывают. Представьте, монахи бегут с ним, там, с лопатами, а он с головой в мешке. Ну, где это видно? Сейчас вдруг большая статья появилась о мощах. Сколько зла натворили. Прямо с моих материалов взято у Андрея Кураева. А он не раз выступал и говорил. Игнатий говорит, открыл целые пласты. Сейчас нанотехнологии. В каждом доме, чтобы все мощи были хоть понемногу. Где вы это взяли? Оставьте мертвецам хоронить мертвецов, не раскапывать. Этого не было, что Христос давал указания или расчленять его там. Вот мы были у него там фаланга пальца. Там я в монастыре в Ишиме был. И вот они лежат, напечатаны у другого. Дальше отпиленные ноги. Отпиленные. Пальцы у мертвого человека скрещены вот так вот. И стоит митрополит старообрядческий. Старообрядческие и епископы. И все это вино, бочка моют. А все, а воду куда? Куда раздавать будут, причащать? Это люди уже не знают. Ну зачем это нужно? Отпиленные ноги, ступня и чуть повыше отпиленная. И все это фотография, стоит митрополит, это не подделка никакая. Что мне даст мертвая ступня, если я сам сгнил и не иду на благовестие? Как прекрасны ноги благовествующих мир. И тогда, когда у него есть ступня даже благовестника. Вообще нет ни одного намека на это. Что интересно, в житиях святых неоднократно встречается, когда они умирали, и намертво запрещали брать даже одну волосинку. Это все скрывает от народа. А я жития-то насчитывал? Не знаю. Ну, представь, любит Семена Столпника патриарх, и решил на память от бороды взять волосинку. Раздался гром, рука сразу отсохла. Ой-ой-ой, скорее волосинку приложите на место. Приложили, рука здоровая. Жития святых, 1 сентября по старому стилю. Что непонятно? В другом месте, в Матроне на остров
умерла, пришли ей пищу принести, она умерла, руку отрезали, поплыли, корабль на одном месте стоит, винты работают, все работает, не идет. Вернулись назад, руку приложили, корабль двинулся, пошел. Антоний умирает, и по сегодняшний день никто не знает где. Боялись, что монахи не изрезали. Притом неоднократно. А чтобы умирает, вот Феодосий Печерский, ничего от тела не берите. Чтобы мирские люди не присутствовали, когда меня хоронят, похороните меня тайно. Наоборот, все вот так пошло. Ни одного. За 20 столетий не было, я умру. Вот, тогда меня орешки тут. Я читал, как в одном немецком городе трудная была осада, враг осаждал. Ну и один говорит, дайте мне начальство. Ну ты сержант, там генерал. А что генерал? Ты уже половину пролома, говорит, уже пробили стену. Дайте мне власть. Городское начальство собрались и город-то погибает. Дадим ему власть. Давай, все, начинай. И он расставил войска по-другому, ночью сделал вылазку и убил начальника и весь штаб его. И враги отступили. Сережа, дома. А ты ночью ездил, я знаю. Как-то побереги себя маленько, не упади. Что дальше-то? И вот теперь заседаю дома. Город спасся. Ну как имя его увековечить-то? Одни говорят, знаете, улицу в честь его назвать, город, да это все забывается. Институт его имени назвать нет. Постоянно ждут только святого, а он не святой. Поэтому его надо сейчас арестовать, казнить и канонизировать. И тогда навсегда его честь воздана была. И так и сделали. Обвинили в государственном преступлении, казнили, канонизировали, имя его осталось. За то, что он спас город, имя его навсегда вписано. Теперь мы их считаем, мы молимся. Спаситель Георгий Победоносец. Вот эти какие дела. А то вы не знаете, может быть, был такой Сталин. Так в православии был Сталин Иосиф Волоцкий. Он гундел и гундел. Царю, царь, перед ход надо казнить. Он говорит, там еще католики, инквизицию устраивать. Нельзя, тебе Бог дал власть. Ну какие они еретики, там маленькие что-то сказали. Надо казнить. Иначе ты в царство не попадешь. Наконец-то он ответил, что ли, пятый год он его сбил. И в России начались казни. А теперь его канонизирует Иосиф Волоцкий. Это русский Сталин. Я не знаю, старообрядцы щадят его или нет. Надо как-то узнать Иосифа Волоцкого. Вот там был еще старое время. Давиковского. Вот видите, история какая. Каждое слово относится ко мне. Читает. 13 стих. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке, пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Толкование. Иисус уходит по случаю беззаконного убийства Ирода, научая нас не ввергать себя явно в опасности. Уходит также для того, чтобы воплощение его не сочли призрачным. Ибо если бы Ирод схватил его, то попытался бы погубить его. Если бы Иисус при всей попытке погубить его исхитил себя из среды опасности, потому что еще не настало время смерти, то сочли бы его за привидение. Все толковано. Тут арестовали, не арестовали на допросе. Кришнаита одного. Когда вот эти пять абитуриентов готовы поступать, и они попадались, кто-то их на это завлек. Если надо взятку дать, тайно, тебя в институт примут. Но она не пошла с матерью исчезли. Пять человек исчезли. Приехал Колесников, фамилия его, зам генерального прокурора, в Барнауле исследовали, искали. И будто бы нашли. И теперь повели на то место, где он живет, и будто бы он выбросился в окно с пятого этажа и разбился. Ну и списали все. А весной начали пахать, когда то в борозде, то где находят один труп, второй. А мне говорят, а вы знаете, потерянский лагерь-то приезжали. А как? У Ксении Киргизовой, это ее фамилия, отец-то он зажиточный. И он сказал, проверить все лагеря. Она говорит, где эти было очень расположено. Ну и начали все лагеря, приезжали. Приехали, ну может быть, что-то сказали, ребенок мочится под себя. Я ему отказал. Так это были, говорит, специально подстроенные. Когда вернулись, говорят, нет, тут не было бы этого. И наконец натолкнулись на кришнаитов. Скажите, там, колонны, вы все-таки такие люди. Могло быть у вас такое, но это бы еще. Мы в действие приносим жертву.
А вы кого? Где вы их видели там? Которые так, в таком возрасте? Они не девственницы, и поэтому нам они даром не нужны. Это в КГБ разговаривают, передали будто бы. Ну и ему говорят, а ты вот говорят, будто бы можешь через стену пройти. Он говорит, сейчас выйти на улицу? Не знаю, мог он или нет. Гудини, тот мог выйти. Закованный в сундук под замок, в тюрьме, в одиночную камеру, ну и сидят. Проходит какое-то время, он заходит с обратной стороны, запустите меня туда. По сегодняшний день никто не знает, как он это мог сделать. Это официальный человек, известный. Но мы верующие, мы знаем. Вот Христос удалился, чтобы не посчитали его, добровольно не пошел. Не добровольно, как сказать, а вызов не бросил. Вот эти причины, они иногда опровергаются. Иногда считают такие святые, они прямо знали гонения, в эту ночь арестовывают. И они ходили по улицам и кричали, кто здесь арестовывает людей? Где? А гонители слышали, их арестовали. Арестовали и казнили. В другой городе, на стадионе, казнят христиан. Он вышел и сказал, что вы делаете? Такие люди, вы совсем глупые. Это свет нации. Кто ты такой? Кто верующий? Зверье, таких людей мучают. Взяли, он мог бы скрыться. И поэтому слова толкования к нему не подходят. Видимо, ему на сердце было положено так. Выйти и обличить. А так, кто первый? Это бури само на обличь. Второй в городе. Это в житиях святых такое было. Прямо напрашивались. Прямо ходили. Есть такое житие Дросиды. 5 марта, если не ошибаюсь, вообще непонятная святая. Там ничего святого не было. Ее не то, что святое, а из списков даже христиан надо вычеркнуть. Отец император, кажется, Адриан. И он поставил, разжег доменную печь или две, и написал надпись «Христиане, избавьте нас от трудов искать вас. Приходите и сами бросайтесь в огонь». И приходили, сами в огонь бросались. Она была не крещенная. Она сама залезла в воду, себя крестила, достала причастие, причастилась, пришла и в огонь бросилась. Что тут христианство-то? Церковь пришли спасти святых. Ее никто не питал, ничего. Церковь поставила, что этого делать нельзя, это самоубийство. Другой случай, его прямо Златоуст прославляет. Пришли арестовывать ее. Она говорит, я должна переодеться. Вышла она там где-то, может, третий этаж, внизу асфальт. И оттуда упала и разбилась, ее прославляют. Но она самоубийца. И при том прославляет Иоанн Златоуст. Непонятно. Для меня, ну, это самоубийство. Так как? Ее никто не убивал. Ее только арестовали. Боялась потерять девство. Девство это не жизнь. Вот другая, как Агния. Ее раздели. Она говорит, вы меня раздели, Бог оденет. И вдруг в ней волосы зашевелились и поползли. Покрывало до земли и закрыли ее. Закрыли, как стеной. Все. Она, были такие, которые насилие совершают, она над плотью говорит, за то, что вы меня насилуете, я награду от Бога получу. Вот как рассматривали. Демон мучает души. Человек бесноватый, Златоуст говорит, высшую награду получит. Только ты не соглашайся с этим. Не нарывайся, сиди спокойно. Но если возьмут, теперь отбудут, дай выдержать все. Главное не то, что ты боялся, а то, что ты не поддался. Вот это главное. Читаю. 14 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Толкование. «Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом, когда он удалялся. Почему в награду веры получает исцеление? Знак веры и то, что люди последуют за ним пешие и без пищи». Все толковано. Еще толковать, по-моему, ничего не понятно. Вот я бы был там, как бы себя вел? Вот у нас была еврейка в общине, она не была членом общины, Королева Фаина Соломоновна.
Я говорю, вот вы верите, мессианские евреи, но вы Христа за Бога-то не признаете. И она веру и не пела. Бога истина, Бога истина. Я не знаю, батюшка посещала ее или нет, а может быть, нет, она не пела. А вот скажите, во времена земной жизни Христос пришел к вам в гости. Вы приняли его? Конечно. А за кого вы его приняли? Ну, за Христа. И вы поняли бы, что Бог сидит за столом у вас? Я говорю, нет, но еще вот такой же, как я. Христа я принял бы, накормил, напоил, признал бы, что Мессия, но за Бога признать Бог необъятный во Вселенной, и Он у меня за столом сидит, я говорю точно, я бы не принял, не признал. Теперь, да, когда уже символ веры, а тогда вдруг никогда. И вот за это казнили, что выдаешь себя за Бога, делаешь равным Богу. И вы, это в обвинении стояло у него. Надо просто, ой, я бы был, тогда я бы признал, да никак. Еще бы я бы признал Бога. Бог на земле, за моим столом, да не может этого быть. А сегодня, сегодня я бы сказал, может быть, он Бог и человек. Тут я уже многое теперь знаю, символы веры в толковании. А тогда я ничего не знал бы, просто видел чудеса. Да чудеса творил и Елисей, на нем дух Илии в войне был. То есть надо, ну, реально посмотреть на себя. Я вернулся, я говорю, у меня на суде люди были. Ну, есть кто, на суде у меня была, когда судили? Я спрашиваю, как я на суде вел, а другие, которые даже баптисты, ой, вы так себя мужественно вели, вы прям власти обрещали. Так вот, слушай внимательно, у меня внутри все сжималось. Это не видно было. А зачем тогда говорите это? Мы-то считали вас героем. Да какой я герой? Я просто вам говорю. Но я не отступил нигде. Нет. Вот в этом и победа. Я боялся, 190 прим статья переложат на 70-ю, а срок в два раза увеличивается. Поэтому я вымерял. У меня вели 12 кандидатов наук было, это что-то стоило. Я боялся. И мне не стыдно ничего, я смертный человек. Да, боялся, но ни в чем ни один человек это не заметил. В этом вся суть. 15-16 стихи. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Толкование. Человеколюбивые ученики посему заботятся о народе и не желает оставить его голодным. Говорит так не потому, чтобы не знал, в какой скудости были апостолы, а для того, дабы, когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. Все толкование. А вот вопрос. Себе никто руку не поднимает, а то я защищаю право говорить. Имею что сказать у тебя? Ну, просто сразу выскочу, скажи я. Пророк Илья не достоин был. Господь кого мне послать? И он и не смотрел кого. Вот он, я! И он с нечистыми устами, уста очисти сначала. Ну, дальше вы знаете, что было. Я, возьми меня. Вот не надо этого бояться. Ну, а дальше уже старайся это потянуть. Я слышал такой рассказ, один проповедник сидел вот так после собрания, и такой печальный, говорит, проповедую, готовлюсь к проповеди, но ни одного покаяния нет. Как будто в пустоту все идет. А там мальчик был уже где-то лет, наверное, 8-9. Он подошел к нему и говорит: а я? Ну вот ты покаялся там 3 месяца назад, а больше никого и нету. Ну а разве можно теперь сказать, что никто не каялся? Из этого миссионер-проповедник поедет в Африку. Сколько людей познают Христа из этого мальчика? Другой еще слышал так, с большой тарелкой брали деньги, ну, на добровольно, кто даст где-то. А подошли к такому, мальчик маленький, он говорит, опустите тарелку ниже, но еще ниже. И когда тарелку опустили до пола, он встал на нее и говорит: возьмите меня. Это был избранник Божий. Избранник, который погибнет от руки дикарей.
Это история, я не могу назвать ни имена, ничего, но смысл понятен. Надо решиться на все. И с Богом не торговаться. Узнал, что от Бога, все. Вот считаем, ну, неверующий сватается, может верующий пойти? Да никогда. Считаем, в житии святых это было. И при том с положительным результатом. Вот что удивительно. И потом святые всемирно известные получились. А в конце обратился и муж. Или открыто это было, хотя церковь это осуждает. Какое общение у верного с неверным? У Христа с Ильяром, у света со тьмой. А здесь прямо мать настояли, она даже вообще замуж не хотела. Выдали ее, жила, смирилась, попала в святые. И все обратились. Или это пример там, этого нельзя создать, и нельзя этого делать. Ну. Или Дмитрий Ростовский придумал это, не знаю. Сегодня по-другому. Я зашел, начальник, он звание генерал-майор, председатель Краевого Алтайского суда, Пашков Виктор Иванович. Ну вот, вот такая ситуация. Приходит фронтовик, говорит. Ну, это более ранний период времени было. Или участник там войны был. И прям со слезами просит, помогите, я не могу помочь, потому что там все по закону. Я говорил дочери, не выходи за него, охламона такого. Вышла за него замуж. А он пожил маленько-то, прописался, все. Теперь бросает ее и полквартиры отбирает. Я, говорит, всю жизнь работал на заводе, получил эту квартиру, столько труда. Я, говорит, ничего не могу сделать. Я мог бы сейчас дать, ну, его отменят решение. Я стою на страже закона, по закону, а не по расположению сердца. Это я должен быть каким? Я считаю так, я много судился, что судьями можно ставить только верующих. Пусть это будет баптист, католик, мусульманин. Лишь бы он верил, что там будет за гробом суд Божий. У меня последний суд был, а судья был мусульманин. И он говорит, я вот гляжу, вы все верующие, христиане, да. Ну как же вы судитесь-то друг с другом? Вообще. Еще хуже бывает. Вот так. По правде, чтобы судили. Судиться за почищенное можно с епископом. С каноном не разрешают. Мирно не хотят, приходится из зубов вырывать. Ну как, у Игоря обманули? Движется молитва, нет? Да. Ну молится, вот только помолились. Просто дали уже документы. Следствие закончено, теперь суд вызывать будут. Ну как деньги-то получишь, скажи, или вещи тебе дадут. Изъеденные мушарды. 17, 18, 19 стихи. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу толкование. Принесите мне, сказал, сюда хлебы, ибо хотя поздно, но я творец времени, хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что, имея и малое, мы должны употреблять то на гостеприимство. Так как и апостолы, имея малое, отдали все народу, но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. Господь велит народу возлечь на траву, научая умеренности, дабы и ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу, и пришел от Отца с небес, а вместе и для наставления нам, чтобы мы, приступая к трапезе, благодарили и потом уже вкушали пищу. Дальше спрашивали, танцевать как? А вот написано, народ ел, пил и встал играть. А когда считаешь, встал играть, оказывается, не в прятушки играть, не в догонячки. А играть означает, что начало блудодеяния. Вот так. И что за этим последовало? Вот у
глубокое, какое измерение. Кажется, более так, жестоко поступать с людьми, как Моисей, трудно даже сказать. Вот есть фильм «Моисей», хорошо отображает. Когда он был там, на горе, в это время смутьяны начали говорить, давай возвратимся обратно в Египет. У нас там лук, чеснок, репчатый лук, чеснок. Моисей-то пришел, то уже они лыжи навострили, кольца обратно идти. И он что уговаривал, не уговаривал. Ну а где-то собрались-то. Ты как понял, ты что, пустыня одна, куда привел? Ну я бы что, я буду смотреть, у меня дети растут. Еще нет. Так и будут не ученые здесь жить. Еще там эти потеряли, я видал. Давай назад. И ни один, ни два. Ну Моисей-то хотя бы одно слово сказал. Ведь ничего этого нету. Он только одно крикнул, кто народ Божий ко мне? Еще никто не понял, что будет. Народ Божий, левиты, будущие священники, семинаристы. Все встали строить. Мещи изложим, по шатрам найти, кто хотел вернуться. И началась грязня еврея. 3600 человек зарезали сразу. И Бог говорит, кратчайший Моисей, не кроткий. Если кротче, это значит сравнительная степень, это превосходно. Ну в школе учились. Хорошо, лучше, наилучше. Так и здесь. Представьте, какой рев стоял, какой стон. Сидят за обедом, врываются, хватают по горлу. И Моисей стоит вот так вот в фильме, показывает, как головой поворачивает. И вокруг резня идет, он не с места. Все, все окровавленные вернулись. Кто хотел вернуться, никого нету. Один стон стоит. 3600. Вы понимаете, это не 36 человек, не 360. И что? Никого больше нет. Так ты еще уговорил? Уговорил. Да те, которые резали-то, они тоже падут. Они не войдут. Господь приведет и скажет, кто моложе 20 лет, те войдут, остальные все выйдут. Только за то, что не поверили. То, что испугались. Все умрут. Их там идти 40 дней. Он 40 лет вот, крутил и крутил, пока все не приберли. Вот так перестройка. Пока все коммунисты не выйдут. Так и Бог будет допускать вот это окружение. Они ходили там маршрут, у них вот так кругом идет вокруг горы. А хлеб какой? Какой вам хлеб? А есть еще? Ну завтра будет хлеб. Встали, какая-то белая крупа, кориандровая, семя похоже. А что? Попробовали. Как лепешка с медом. Давай собирать. Понимаете, как трудно было учить. Попробовали. Берите на один день сколько сидите. На два дня не берите. Ну вот пятница, теперь на два дня берите. Ну и каждый как думает, это с запасом. Как с запасом сделали, который запас сразу щебет вообще, выели, все. Смотрите, как народ учился. В субботу не работать. У нас же потеряют, и сколько было постигновения, в воскресенье что-то где-то делают. Иду, пила, в воскресенье, извините, подошел, что ты делаешь? Ну, у меня крышку топить. Ну, ты мог вчера сделать-то. А что ты мне указываешь? Иди вчера, он выехал, его нет. На его месте брат живет. Сказали нельзя. Ну что я особенно сделал, пошел сучки собирать-то. Я представляю, как его. Арестовать его. Посадили, он думал, надо же без меня ужинать, там, что они обо мне думают. И теперь, интересно, я собрал сучки, то ли отберут, то ли нет. А Господь говорит, я скажу, что с ним делать. Где? Да где-то там еще что-то взяли, прибирается. Вот тоже вывели в пустыню. Я представляю, какой разговор шел. И вдруг утром Моисей слышит голос Божий, предатель смерти. Его семья, дети, скотина, все должно быть уничтожено. На всех напал ужас. Да такую веру мы принимаем. Да в Египте ни один фараон так не поступал жестоко, ни один коммунист. И Бог говорит, кратчайший Моисей. Понимаешь, у Бога совершенно другая шкала измерения. Ну представь, он ничего не делал. Собирал дрова, написано. И Господь повелел предать смерти. Ну, представьте, мы где-то что-то убили, а ты пошла в субботу, там, воскресенье по-нашему собрать, тагорок там развести, смерть. Поэтому закон Божий строился очень-очень на строгих основаниях. Очень строгих. И при том, ни другие народы не призывались. Вот евреи захватывали, когда они не заставляли, прими, как сейчас вот мусульмане, они захватывают, они не убивают людей. Они вот сейчас вот захватят наше селение-то. Ну, девчонок всех отнимут, мальчишек переделают, обрежут, а взрослые спросят, ты обрезание принимаешь или нет? Мусульманство не принимаю, по горлу ножом следующего. А кто принял,
Теперь что воины завоюют, пополам делят. Они справедливо поступают. Кто принял мусульманство. А у евреев-то нельзя было этого сделать. Им приказ уничтожить. Все уничтожалось. Они никому не предлагали принять еврейскую веру. Этого не было. Так что мечом прорубался Моисей и Мухаммад. Но Моисей более жесток, а Бог говорит, кратчайший. Даже свои люди не вышли один раз в город на помощь. Война шла. Ну не вышли, неизвестно из-за чего там. Граждане сказали, может быть, почему пойдем? Ты без нас одежду, потому что война с Японией, это же не с Германией там. Все, пушки зачехлили домой, ангел остановил. Пересчитайте, кто не пришел. Стали считать, из Корчина никого не было. Еще раз, никого не было. Так это город. И ангел говорит, прокляните, прокляните мироз. Он не пришел на помощь Господу с храбрыми. Снова пушки расщеплили, никого в живых не оставлять. Но они уже раскаялись, поздно. С землей смешать весь город. Это Библия нам говорит. И оспаривать это нельзя, это от Бога. Как мы должны благодарить Бога, что сегодня мы верующие, мы христиане. Вот стали кого-то верующего там клеймить. Видишь, верующий присоединился тоже. А вот такой я знал. Подожди. Еще дело не кончилось, а ты уже судишь. Для нас судить – это то, что убить. Мы должны все время переносить на новозаветный образ жизни. Как бы я поступил? Выйду на помощь Господу с храбрыми или нет? Вот потеряем-ка везде. Мы пишем объявление. Никто никому никакую помощь оказать не может. Ну кого когда? У каждого сам по себе. Что, Игорь всем помогать будет? Ну вот, мы сейчас стоим из храма вышли, Валентина Тихоновна. Так, там машина через переезд, надо помочь. Ну у тебя человека два найдется, я не успел ответить. Ну хотя бы четыре. Два, хотя бы четыре. Я посчитал, когда зашел, 8 человек доски разгружают, 8 кирпичей, как пчелы где. Я все заснял. Никому не обещают. Только слово, и все собрались. Вот это самое христианское отношение. Не обещал, не должен. Но вот она машина идет, и там особенно мне понравился Тихон, работал так. 10 лет. Он как птенец куропага с красной головой. Петушок. Ты на все смотри так, и тебе так радостно будет. Какие люди, как на помощь. Вижу, Володя там как патриарх, то указывает, там на машину залез. Все, руководит. Отец наш хотел похвалиться, как-то гулял. Говорит, а у меня какие орлы? Говорит, а у меня так выросли, какие ослы? И не слышно этого слова, это умное животное, трудолюбивое. Давай. Час. Игнат Тихонович, вопрос. Ну, конечно, это Диану Златоусту надо вопрос. Ну, да. Я вам задам. Вот сегодня я читал поучение о пользе ближним. И он там в начале поучения говорит, ну это отрывок точнее, что пользы никакой не приносит, если плачет и в пепле, уединен монашество. Но в то же время в других поучениях он прославляет монашество. Не вот такая вот двойственность. Никак. Как это? Никак. Почему он противоречит? Как бы, сам не себе? Знаю. Первый вопрос, я бы поставил, ему принадлежит это или нет, второе монашество. Потому что том Златоуста разбивается на две части. Первая часть, вторая. И вторая написана, первая, творение святого Иоанна Златоуста. Второе, творение, приписываемое святому Иоанну Златоусту. Скурю. Приписываемое. То есть люди рассуждают, он похоже он так говорил, или и заканчивают не так, там, благодать его, там, человеколюбие, Боже, вижу наши, как последнее слово считай, наши уже все засобирали, шапочный разбор. Все знают, что кончилось. Вот. А вот приписываемое. А еще есть у него топ, написано три части, третья дубио. Я не могу перевести, но для себя понимать, да совсем уже для дубов, чтобы не понять, что это не его. И внизу там написано как, а внизу, и кто бы это ни говорил, это неправда. Но это в 12 томов не входит отдельно. Ну ты видел? Нет, не видел. А почему? Потому что о ком здесь говорится и кто говорит? Да тот еще не родился, тот позже жил, он не мог о нем говорить. Не мог, его еще не было на земле. То есть говорил, ошибся, ошибку не исправляет, как исправишь-то? Это не мое. А может переписчик,
ну, рука завернулась не туда. Бывает, говоришь о чем-то, и язык заплетется. Час. Монашество погубило деятельность. Это полигон. Интересно, мне пишет один из старообрядцев, когда-то был, близко знакомый. И я говорю, ну как там благовестие? Нет никого. Я говорю, 300 лет ни одного благовестника. Это лежало 1000 лет, пусть и жит. Я говорю, это полигон зарытых талантов. Это для меня, говорит, самая большая печаль. Я хотел тут развернуться. Ну, может, Ром, это начни ты. Начни. Мобилизуй. И ты увидишь, может быть, тебя Бог ждал. Тебя как раз сотворил для этого. Умножь талант этот. Рядом вот его селение, оно старообрядческое. Но без поповства. Мы когда бывали, мы всегда говорили, есть белокрединская иерархия в Барнауле. Ну туда ведь они без поповства. Без поповства это не секта. Но это еще и не церковь. Это раскол самый настоящий. А тут у них митрополит, епископ. Ну где-то кто-то мог бы тронуть, а пока никого нет. Вот дурацкий выступил Симеон. Задавили все. Все потеряно было. Послание, я говорю, раз в 100 лет такие люди появляются. Знаешь послание его, Валя? Нет. Как нет? У меня Валя его привозил. Я его напечатал себе. Книги она у меня. Да, у меня какой дальновидный взгляд, как епископ Михаил Семенов. Вот, пожалуйста, конкретная прибыль. Его там маленько занесло, говорят, насчет крещения он не так объяснил, что плевание считать за крещение. Да про это ему не в обвинение ставили. Другое. Он говорит, не мы одни у Бога. Вот епископ Михаил, когда приходили к нему из новообрядцев, которых никонянами называют, он не требовал из них буквального, дважды что говорили «Аллилуйя». Он говорил главное, это церковь, куда вы пришли. Здесь повреждения в богослужебных книгах меньше, чем у никоньян. Ему не могли простить этого. А это был единственный, который такое звание имел, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии и перешел в старообрядчество. Сейчас его прославляют, канонизировали и прочее. То есть двинулся. Ну это в то время было, видимо, сейчас все пересмотрели уже давно. Как только стало малейшее свободное. Говорили, что канонизировали. Ну, кто-то должен начать. Кто-то. Ну а почему не я? Есть такое в мире извещение. Если не я, то кто? Ну кто-то должен, но сейчас стоит потерять. Ну кто-то начать должен был, то есть перестройку. Дождали Горбачева. Она не нужна. В чем-то не нужна. А мне говорят, вот вы хотели, чтобы назад? Не хочу. Не было бы ни лагеря, ни книг, ни миссионерских поездок, ничего этого не было. Алтайский край – одна из самых богатых местностей в Российской Федерации. Самый бедный регион, самые низкие пенсии, самые низкие зарплаты, самая высокая коррупционность. Алтайский край. Ну почему? И президент это знает. Все буквально продано, распродано. Не знаю, из-за чего Жириновский говорит, что будто бы евреи облюбовали Алтайский край и готовят запасной ход сюда. Если там абсолютно невыносимо, Израиль перекинуть на территорию Алтайского края. Ну тут все растет, все поглухает. И гречка, и масло, и подсолнух, и пшеница, и на пиво хватит ячменя. И пчелы летят. Все. Сейчас. Уже час прошел. Церкви, слава Тебе! Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких,
страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. Всех православных христиан посети милостью Твоей и пролей милость Твою на детей наших, даруй им страха Твоего, веры и послушания, любви к Тебе и к ближним. И нас помилуй, милости Твоей ради. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой. Аминь. Батюшка говорил, приготовить 4 большие толстые свечи, длинные, мы их приготовили. Нам здесь сделать, чтобы через рот переходить. Или подумать надо, когда перенести. Уже мы расширили, вынесли на край сюда. Перенести не знаю, где было дрова. Так, пускай. Thank you.